Вопрос Моше из Мексики. Я хочу всего... Ой, в самом деле. Ай-яй-яй. Большая, все большая и большая потребность. Должен я просить все ради товарищей или только обвинения, которые помогают всему? Это действительно вопрос. Мы читали об этом у Рабаша. Есть у него статья о том, что необходимо просить. В его случае, я не знаю, что ему ближе. Разумеется, необходимо просить об объединении. Но если он не видит в своем сердце пока что выяснений для этого, пусть просит какие-то предварительные вещи. Только в направлении цели. Это все-таки должны быть Творец, Тора и Израиль, единое целое. То есть на ту линию необходимо себя направить.